Всем привет! И сегодня я не знаю, где я вообще заспамился и вообще что это за мир. И вообще, зачем здесь столько таких сухих блоков? И еще такие непонятные блоки. Это что, песок? Ой, это какой-то песок. Там паучок стоит, пердит. Что стоит, непонятно. Вот. Да буду лучше дерево. Два. Ну, я дала дерево. А ты мне дался это? Вот так. Ты мне дался это? Чуть-чуть поиграть. И палку. Давай, четыре сделаю и смогу сделать меч. А включи. Да ладно, просто. Вот где здесь нормальные земли? Они вот эти ж сухие земли, болотные и вообще. Что это за деревня были? Деревья бешеные. Здесь много деревьев. Но самое интересное впереди. Не отключайтесь. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Уверен, что вам это приключение понравится. И вообще, меня зовут Макс. На меня можно говорить тоже Максим. Так тоже подходит. Ты... Максим? Я назвал Максим. Ты... Мой брат. Меч. Можно так назвать? Макс, мой брат. Новый вот из всех. Вот. Когда закончится эта бешеная пустыня? Лучше перейду в креатив, чем здесь блуждать. Как поганка сидит на месте, ничего не делает. А тут поганка это такой... такой гриб опасный. Лучше его не есть. Если вам родители скажут, что это поганка, гриб какой-то, ну, его лучше вы не берите. Так. Почему так? Вот я уплываю от тебя, пустыня. Да, ты не... Да, пустыня! Чё ты меня так достаёшь? Так, а что в той пещере? Опа-на! Золото! Не могу я его взять. Опа-на! Кактус! А я могу взять? Да ладно, перестань! Да когда уже закончится это... Пустыня. Или закончится. Стань ты пустый. Я как будто пустынный человек, который никогда летит, там и пустыня появляется. Вот. Здесь какая-то трещина, может, в нее залечь. Залетаю в трещину. Смотрите, если найти упасть, тогда будет наноситься много урона. Нет, не будет урон наноситься. Здесь манки. А, это грибок. Есть его. Опа. А я услышал какой-то непонятный звук. Это кого вообще звук?
Я лучше выйду с этой пещеры страшной. Там никого нет. Ну, Макс, там... Золото. Макс, а? Смотри вниз. Макс, вот, вот. А вот эта руда. Бесполезная вещь. А я ее убирала в море. Там вот. Было золотаки. О! Пустыня. Такая. А такая мне пустыня подходит. И вообще, здесь уже закончилась пустыня. Конец пустыни. Круто. Так. Вот что. Это еще не конец пустыни. О. Я не против найти пустынный храм. Так, давайте по пути заглянем вот сюда. Ну там? Там паук. Пауки играются. Еще и крипер. Не, я туда не пойду. Там пила бесполезная. Так, а в какое направление? Маф, в ту, походу. Ну, там конец... А мне надо. Стоп. А это? О май гад. Что я нашел? Хвалите меня. Опа-на. А я первый раз вижу здесь в Майнкрафте верблюда. Я на верблюде. Сижу, пержу. Пердю. Внимание не привлекаю, что здесь мне делать? Эй, верблюд, это мой. Это наш. Так это бесполезный какой-то дом. Смотри, они торгуются. А ты чё? Или они просто дерутся? О, верстачок. А это какой-то прикольный дом. Подвойный. Оп. Еще здесь один дом с балконом. А как его обойти? А, здесь лестница. Это балкон, и сюда можно зайти. Здесь лестница вниз. Да так можно кругами ходить. Что в этом доме? Тоже верстак. Нет, так не есть. Вот колодец. Так, а в каких я домах еще не был? Говорят, если деревня близко, ну тогда должен быть где-то здесь пустынный храм. Тут нет пустынного храма. Вот так, и ты попался. Здесь я уже был. Да кактусы здесь много. Как они вообще это делают? Выпало с него что-то. Вот здесь мой дом. Эй. Меня выгнали из дома. А здесь невозможно спать. Вот в Румблерут. А здесь кто-то еще. Здесь нету кроватки.
А с той стороны? Блин, а где мне жить? На крыше капитана полковника. Да где мне взять этого полковника? Полковник. Вы тоже это видите? Все, эй, я иду спать и с утра просто иду к тому пустынному храму. Все, я пошел к пустынному храму. Вот пустынный храм. А мне надо в него пойти. Косточки там. Вот. Интересно, что там? Там еще одна. О, нет. Блин. Блин, ёлки-палки. А что, сундуков выпал? О май гад! Круто! А здесь что-то еще есть? Что-то выжившее есть? Золотое яблочко. Такая ямка. Ну, круто. Что в Майнкрафте придумали пустынный храм. На, получил. Иду к своей...